Я так вот сейчас представляю, думаю, там лук, внизу цветы, сверху небо. В небе, наверное, солнце, вполне возможно. Лес какой-нибудь. Наверное, может быть, избушку надо нарисовать. Но я обычно стараюсь не делать набросков. Это честно, по крайней мере, я считаю. Где тут букашки должны быть? Где-то тут солнце должно быть. Здесь трава со всякими цветочками. Но для того, чтобы эти цветочки нам нарисовать, букашку, я использую вот эту маскировочную жидкость. Забавно. Посмотрим, что получится. Я ей редко вообще пользуюсь. Но я так предполагаю, что поскольку тут должны быть всякие цветочки, желтенькие там, я не знаю. Здесь какая-то будет букашка. Какая букашка? Ну что у нас есть? Гусеница. Давайте бабочку все-таки сделаем. Ну пусть это будет бабочка. А, нет, можно корову. Можно корову. Вот она тут у нас поползет сейчас по ветке. Это у нас как бы будущие веточки. Не веточки, а травинки. Поспешность здесь есть,
Потому что все-таки, ну как, время у нас ограничено. Надо накладываться в какие-то рамки. Я и так затянул, по-моему. Одним движением, потому что если я сейчас его начну вырисовывать, он у меня лететь перестанет. У него крылья-то так, раз, да? Не знаю. Ну, а я сейчас сделаю экспромт такой. И вообще, вот сразу возникает вопрос. Где мера между реальностью и условностью? Вот это самый интересный вопрос. И он самый сложный. Потому что я вот чувствую, что здесь вот эту меру я где-то нарушил. Потому что я где-то ушел от реальности. Ты ушел в условность? Thank you.
мы обрежем. Так вот, обрежется. Здесь красивое место. Здесь берем шерстью, пяточку, цветочку. Ну вот ровно час ушло на эту картинку. Я здесь сразу скажу, что очень много мест надо потрогать. Вот здесь вот недоработано, здесь недоработано, здесь не разобрано. Ну, короче говоря, весьма сырая работа. Назовем ее этюд. Этюд, то есть учебная работа для дальнейшего анализа. Все-таки ощущение зноя, я думаю, есть. Наполовину задача выполнена. Жаворонок там летит. Вот здесь вот излишнее, но здесь мы обрежем. Здесь вот. Ровно час. Ну вот ровно час ушло на эту картинку. Я здесь сразу скажу, что очень много мест надо потрогать. Вот здесь вот недоработано, здесь недоработано. Здесь не разу. Ну, короче говоря, весьма сырая работа. Назовем ее этюд. Этюд, то есть учебная работа для дальнейшего анализа и для дальнейшего самосовершенствования. Всего доброго. Сейчас смонтирую это все видео.